Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы вам покажем, что будет, если поджечь тухлое яйцо и свежее яйцо на старинной газовой горелке. Давайте подпишем тухлое яйцо красным маркером. Тухлое. И наше свежее яйцо буквой S. Поехали. Для начала мы подожжем свежее яйцо. Зажжем нашу горелку. И поставим ее нагреваться. Давайте посмотрим, что же из этого вышло. Выключаем горелку, пока нам не понадобится. И смотрим. Оно потекло. Какая жижа. Так, теперь давайте разрежем. Посмотрим, что же там внутри. Для этого нам понадобится доска и нож. Итак, попробуем разрезать наше яйцо. Давайте разрежем ее напополам. И смотрим. Яйцо, в принципе, не пострадало, только сверху образовались черные нарости гари. И внутри уже почти вылупился цыпленок. Мы видим, свернулся сейчас желток. Ну, в принципе, все. А то у нас яйцо уже начало растекаться. Давайте теперь подожжем тухлое яйцо, которое мы так долго ждали. Ну, ничего необычного с нашим свежим яйцом не произошло. Оно всего лишь поджарилось. И теперь можно поджигать тухлое яйцо, которому более полугода. Интересно, что же из этого получится? Давайте попробуем. Так, и посмотрим, что же сейчас внутри нашего горелого тухлого яйца. Посмотрим, как оно выглядит со стороны. Оно очень загорело. И оно жутко воняет. Так, ну и давайте потихоньку смотреть, что будет под шкарлупой. Столько грязи осыпается. Так, давайте скурим его ножом. Оно стало жестким. Так, секундочку. Положим доску. Так, и на доске уже будем смотреть, что же там у нас творится. Как видим, желток не запекся. Фу, он противный. И очень сильно воняет. О, невозможно находиться в комнате,
вся комната пропахла уже тухлым яйцом и гарью. Давайте его разрежем. Ну, в принципе, можно добавлять в салат, но точно не есть, не употреблять в пищу. Ну вот, что у нас получилось с яйцом, с тухлым яйцом. Такая мерзость. Ну, в принципе, все. До новых встреч, подписчики, ставьте лайки, если вы хотите посмотреть еще более безбашенные видеоролики с чем-нибудь подобным.